Ну вот пробуем. С браком, без брака. Да подожди ты, тебе кормушку вот. О. И все, вот она стоит. Угу. Она будет пить, и она будет. Угу. Ну, красота вот хорошая, да? Ну, сейчас в эту еще жидкий положу. Хорошая такая. Удобная, компактная. Нету, а то у нас под воду одна блюдца. Кормушка на две. Где-то подрезаем ей печень. Там, либо грудку. Тоже надо отдельную. Тарелки ставим. Ага. Ну, водичка свежая всегда будет. Да, мышка? Да, вот комплект твой. И она крепко держится. Ага. Видишь, а теперь это все выкидываем, твою гадость. Ага. Ну, а ту кормушку на дачу, ту розовую. Либо ее отмыть, пусть лежит на всякий случай. Ну, сюда выкинуть ее, Саш, да? Или на дачу. Ну, все, вот такая вот. Вот такой туалет. И вот такая кормушка. Ну все. Да, Муся, я думала о тебе большего. Что ты у нас очень большая кошка. А коса нет. Если коса, Муся, больше тебя кошаки. Ну все, ладно. Ага, голод-то не тетка. Там вода, Муся. Голод-то не тетка. Ну ничего, все, начала есть. Ест? Ест. Все. Не, это удобно, видишь, и высоко. Угу. Нагибаться не надо, и высоко. И она когда загребает, как экскаватор вот этот сухой, угу. А там высоко тоже. Что-то много сухого у нас. Ну, сколько в этой было? Ничего себе, в той столько, да, помещалось. Кушай, Муся, кушай. Ребят, ну что я хочу сейчас приготовить? Быстро очень. Грудка нужна, сырок, сметанка любая, хотите майонез, и овощи, помидоры, чеснок и кабачок. Вот. И приправка любая, у меня будет для морской, ой, для корейской моркови. Вот. Все буду запекать в микроволновке, вот в этой форме. Все, начинаем. Таньки четки. Режем кабачок. Прям шкурки. Хотите кругляшками? Кто как любит. Я буду делать вот такими кубиками. Все это отправляем в нашу форму. Пару помидор. Так. И куриная грудка. Сейчас я ее помою, разделаю. Все, ребят, грудку срезала. Нам только понадобится мякоть.
тоже кусочками. Кто на диетах, вот когда мы с Саньком на всяких диетах с ним сидели, но сейчас пришли более к интервальному голоданию. Вот. А так идеальный, быстрый рецепт. Очень вкусно. К любому гарниру можно в микроволновке, можно запекать в духовке. Так, все. Чесночок. Все, ребятки, больше ни лук, ни морковку, ничего не добавляю. Теперь берем две ложки сметаны. Можете майонез. Надо две ложки сметаны. Так, одно яйцо. Любая приправа, я добавлю, какая есть. Так, немножко соль. Все это нам надо вымешать хорошо. Смешать. Так, все, ребятки, вот это дело отправляем в духовку, либо в микроволновку. Я буду делать в микроволновке. И потру сыр где-то половинку этого кусочка. И где-то за минуты две засыплю еще сыром. Все, отправляю в духовку на 20 минут. Все, ребятки, видите как? Ничего, минимум посуды, минимум грязных тарелок приготовил на быструю руку. Особенно хорошо тем, кто работает. Ребят, хочу выпить вот этот витамин. До еды. Хорошие вот эти витамины. Имейте в виду, при простудах вообще, это мне Леночка подсказала. Лечимся, ребятки, лечимся. 20 минут прошло. Такая красота получается. Сверху сейчас мы этим сыром. Заметьте, тут ни сливочного масла, ни растительного масла, ничего такого нет. Еще у меня есть орегано. Я люблю эту травку. Везде в запеканке добавляю. И сверху вот так на сыр. Все. Закрываем. И обратно в микроволновку. Минут на 5. Так, ну все, мои хорошие. Запеканка наша готова. А,
Смотрите, как от сыра вышел жирок. Она будет жиденькая. Все, ну что, я сейчас сделала вот такую тарелочку. Как это подается? Сока много. Ну вот. Такая красота, девочки. Вкусно. Сытно. Быстро. Четки. Такая запеканка. Можно подавать к макаронам, к пюре. Вот, потому что тут сок. Но я буду без ничего. Все, мы кушаем. Всем приятного. Сейчас попробуем соль на вкус. Все приготовилось. Пахнет чесночком. Вкусно. Грудка сочная-сочная. Девчатки, у кого-то пора кабачков закончилась, а у нас она продолжается, потому что дача еще дает свои плоды. Все, мои хорошие, всем приятного аппетита. Девчатки, ребятки, хочу еще с вами поделиться одним рецептиком. Грудки с этим, с кабачком, либо с цукини. У меня цукини. Вот. Вот такие они пышные получаются. Сочные. Где-то у меня. О, ребят. Вот они пока горячие, они прям вот аж сок с них. Прям обалдеть. Ну-ка. Это очень вкусно. Вкусно, быстро, полезно. Без всяких затрат. Кто на диете, делайте в духовке. Вот. А я пожарила на сковородке. Очень вкусно. Быстро. Ну, ждаем. Сейчас поделюсь с вами рецептом. Фарш делала в блендере. Девчатки, у кого блендер? Милая штука. Вот, на мясорубке, конечно, будет не то. Ну, либо берете готовый куриный фарш и трете кабачок. Но я это все перекручивала в блендере. Очень вкусно, девчатки. Сытно. Полезно. Короче, мы подсели на грудку с кабачками. Такой рецептик. Все, идем готовить. Девчатки, ребятки, добрый вечер. Готовлю ужин. Девчат, у меня осталась вот гречка. Думаю, что к ней приготовить. В общем, у меня здесь будут у нас оладушки. У меня тут одна грудка, пол кабачка, одна крупная луковица, 3 зубчика чеснока, 2 яйца, 2 столовые ложки муки. Вот. Соль, перчик по вкусу, паприку добавила. Вот. Налила маслечко. Все, буду жарить. Девчат, быстро, просто. Особенно кто после работы. И детки, такое любят детки. И кто на ПП. Это тоже очень вкусно. Все, выкладываем.
оладушек. Как простые оладушки. Они готовятся очень быстро. Ну, вы это все знаете, девчата. Вы уже это готовили не раз. Просто делюсь с вами, что у нас сегодня будет на ужин. И, может быть, кто подзабыл такой рецептик, просто хочу вам напомнить. Грудка готовится быстро, кабачок готовится быстро. Все, где-то минуты по 4 на каждой стороне, а то и меньше. Так, все, видите, белеет. Переворачиваем. Пошел на ты. Яшка какой-то пришел. Такая. Саш, не балуйся. Все, и немножко под крышку. Чтобы не протонились. Все, ребятки, вытаскиваю. Они получаются очень сочные. Очень сочные. Угу. Нежнятинка. Полная нежнятинка. Развалился. Сейчас мы его съедим. Санек сейчас попробует. Оценку на пробу. Вон, девчата, покажу вам. Видите, сочные, нежные. И они хоть в горячем виде, хоть в холодном виде, очень вкусные. О, обалдеть. Обалдеть, горячая. Девчатки, ну все, получилась у меня вот такая кастрюлька с одной грудки и пол кабачка. Вот такая красота. Все, сейчас будем ужинать. Сейчас порежу салатик. Гречка, котлетки такие красивущие. И будем ужинать. Все, ребятки, всем приятного аппетита!